привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки моим младшим братом. Третик уже выйдет на выбор посылку, но я открою вот эту серенькую. Это шапочка, типа, чтобы одевать парик сверху. Черненькая сеточку. И это то же самое. Ой, либо это китайцы подарок прислали, но здесь что-то есть, кажется, еще. Это невидимки черные. В общем, вот такие вот. Это они оба в сеточку. Открывать я их не буду. И теперь открываем следующую посылку. Вот эту. Вот такую посылку, здесь номер 26. Ты что, мне посылку дал? Делай с ним, что хочешь. Там столько много чего, либо это одна штука. И да, это все-таки много, я знаю. Это резинки. Сейчас я открою вам каждую покажу. И здесь всего раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Корона для принцесс. Ладно, достал, потом покажу это. А, еще одна корона. Или, ну да, это корона еще одна. Это яблоко Apple. Телефончик. Сердечко, знак любви. Принцесска, которая плачет. Кися. Я считаю, что это похоже очень на шлюху или сумочку. Еще две принцессы, которые у нас плачут. Даю свет. Ну, пока светит, выбираю, с чем ему поиграть, открою следующую посылочку. Белая. Потому что это за красивый. Это как мальчик.
заколка вот такой красивый клевер синий. Большую уж посылочку. Ну ладно, и там. Что-то непонятное. Как ты думаешь, что это? Дети. Все, понятно. И они типа вот тогда ручку держат. Просто непонятно как-то. На, они вот так смотрели, что ли. Или вот так. Там больше папа, а у них дети никого. Он пришел! Наконец-то! Это мне еще не надо. Я его ждала долго, этот браслет шипали, и он наконец-то приехал. На сегодня. Она скрыта. Так что открываем. Что-то там китайцам не понравилось, наверное. Что-то у нас сегодня там? Ну это точно не мне. Мне кажется, это какая-то корова мне прислали. То есть нам прислали какую-то корову. Штаны для Светика. Ставь
ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересных видео. Всем пока!